300 килограмм тротила по всем фронтам. Артиллерия стреляет за Рашуну таран. Есть вода во фляжке, дай хлебну, братан. Катится ПРП 13 тысяч килограмм. И снова дежурный ушел на доклад, и снова ночным заступает комбат. Батарея спит, сладких тебе снов, ждут на гражданке молодых пацанов. Ждет родная мама, отец и жена, ждут родные улицы и дома. В 6 часов подъем, и так охота спать, и снова день за днем продолжаем листать. 300 килограмм тротила по всем фронтам. Артиллерия стреляет за Рашуна таран. Есть вода во фляжке, дай хлебну, братан. Катится ПРП 13 тысяч килограмм. Она сейчас там с кем-то гуляет где-то, а у нас на плацу вечерняя поверка. Братишки за здоровье близких поднимают тост, а у нас разводящий смену ведет на пост. Любимая ложится спать, сняла халат, а у нас дежурный в штаб ушел на доклад. Колеса катятся, скользят по улицам пустым, а мы на плацу шагаем строевым. Пацаны на гражданке шевелятся свободно, а у нас походную колонну повзводно. А можно есть любое время клювом пощелкать, а у нас 4-я за день раздача пищи встать. А можно это, можно то, можно не стесняться, а здесь нам можно, можно зафиг подержаться. 300 килограмм тротила по всем фронтам. Артиллерия стреляет за Рашуна таран. Есть вода во фляжке, дай хлебну, братан. Катится ПРП 13 тысяч килограмм.